И всем привет, дорогие друзья, с вами Apple Orange, и это восьмая часть классических прохождений. И я без вас накопал обсидиана, потому что как бы... почему без вас? Потому что как бы будет скучно, вот 25 обсидиан, и будет скучно, в общем, вам смотреть, как я добываю обсидиан. Поэтому я добыл сам обсидиан. За 2 часа нашел хорошенькую пещерку, где там пещерка, где стук, а только еще подальше. И так. Еще раз объясняю, почему. Я вам уже объяснил, почему я тени не поставил, потому что у меня вот это. Ну, вы поняли, в общем. Делаем портал в ад. Нам надо портал в ад. И отправимся в портал Агат. Вот. 1, 2, 3, 4. Я правильно все делаю, да? Блин, 2, 3, 4. 1, 2. Слушай, чувак, а ты не мог бы идти в одно место? Надо нам еще гравий. Мы оставим вот драгоценности. Заговор огня, гибель насекомых 3. Это же просто офигенно. Зажигалку надо сделать, а? Да. Кремненько. Где мое железо? Наоборот. Пошли. Закрываем дверь, чтобы никто не зашел сюда. Эй, чё, пройти не могу? Ты чё? Это что ещё? Да. Куда лаг был? Ладно. Так. Поджигаем. Опа. Отправляемся в ад? Отправляемся. Новое в самое пекло. Ну. И чё так долго? А. Куда-то подожди, ты не телепортируйся. Ой, блин, а в аду лагает. Гравия нам понадобится. Ад. Пройти не потише. Я понимаю, ад все такое новое, но лагать-то не надо. Не знаю, видео лагает, или у вас не лагает, наверное, у меня жутко лагает. Все, гравия добыли. Главное, вы не увидите дураков. А, офигеть, сразу мы эту штуку нашли. Прыгаем! Да. Ох. А, блин, я каску не забыл надеть. Ой, это как-то... Это кварц. А я забыл, что из кварца можно делать. Вспомню. Что из кварца нужно делать. Здорово! И тебя не буду трогать, потому что ты хороший. Хороших я не трогаю. О, точно. Вау, что это? Это тоже какой-то мод, наверное? Или нет? Что это? Это типа алмаз, да? Да, это типа алмаза. Еще один только по... Только другой. А тут разные такие штуки. Так, ну вот это нужно. Это замечательно. Да, и нам не помешало бы вот добыть глоустоны.
не помешало бы нам это сделать. Ой, я уже тут. Чтобы не упал и не... Ха, я сверху вижу еще один, только зеленый. Все это странно. Нет! Эй. Да. Все упало туда. Вообще зашибись. Все зашибись. Мое, все мое. И не дай бог, все упадет. Короче, достаточно. Мне же надо только пыль, а это же мод, а она выносит тут светящуюся пыль. Ох, сколько... сколько тут попадало. А еще мне нужны адские наросты. Да? Забыл про адских нарост. Ладно, идем. Идем добудем каких-то неизвестных блоков. Ау. Он еще... А, это... Это отравление. Черт. Хорошая ловушка, но мне не нравится. Все понятно. Вот говник. Думала, я поведусь на эту штуку. Да я повелся на эту штуку, как бы зашел, но я, походу, знал, что и... Я уже предпочитал, что так будет. О! Это мне было очень нравится. Это мне нравится. Чувак, не подскажешь дорогу к адским наростам? Туда? Там же ничего не... Ну, как бы, ну спасибо. Хорошие свинки с винами. Правда? Ну не правда ли? Я его спросил, он мне показал дорогу. Но там высоко. Ё-моё, 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 ё-моё. Как же я вернусь домой? Чёрт, чёрт. 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 Я ничего не вижу. Чёрт. Где ты? Фак. Ты где? А. Ты оттуда. Вообще нафиг это отравление сунуть? Я потерял портал в ад. Ой, портал. Портал обратно. Ну да, портал в ад, но обратно. Чёрт. Откуда я так пошёл-то нафиг? А, так я откуда пришёл? Да, но я же... Ты где-то нафиг. Да иди ты. Что это? Ну, я же дома. Нет. Вот я. Фак. Сюда иди, подонок. Какой косой. А еще сама помнится. Да иди ты нафиг. Бежим. Куда бежим? На вот туда. Бежим отсюда. Я не нашел адских наросов. Мне все равно. Главное выжить.
Бай. Блин, как это стрёмно. Станет мне. Ты, конечно, косой, но я тебя боюсь. Главное, чтобы я не упал. С такими прелестными. Нет! Взял бы я лук, я бы тебя убил. Су! Иди сюда, тварь. Надо пробраться туда. Давай. Сюда. И что? Забоялся, да? Давай, иди сюда. Черт. Куда? Ух ты, блин. Нет, 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 нет. Блин. Меня, ребята, меня может выкинуть с Майнкрафта, но ничего. Зато я увижу этого подонка. Меня может выкинуть, ребят, но я увижу этого подонка и убью.